Сегодня я буду представлять стихи Сергея Краворова в его творчестве. Очень большое место занимает любовная лирика. Прозвучат три стихотворения. Безмерный мир Вселенной. В прекрасный вечер при луне так много звезд на небосводе. Ты прижимаешься ко мне, но взор с далеких звезд не сводишь, на Млечный указая путь. Скажи, он правда где-нибудь сомкнется звездными кругами? А белый снег, сей Млечный путь, медвежьими разбит ногами, за что зовется молоком? Вопрос, как в теме молотком? Нет, путь уходит в бесконечность, в туманность. Белым молоком свет отражает звезды в вечность, бросая и на землю свет. И миллиарды света лет туманный, словно облаками, лежит меж звездами, как снег, рекой с молочными волнами, не в силах изменить явления. А мы с тобой в те мгновения летим вселенскую тропой, не поддаваясь миру тления, частицы малой, но живой, под знаком вечного движения. Да, вот герой наш. И следующее его стихотворение «Моя звезда». А звезды в небесах блестят холодным светом, мерцанием своим притягивая взгляд. Там и моя звезда блуждающим планетам дает свое тепло, который век подряд. Я взгляд вверх подниму, ее ищу глазами. Там, где она горит устойчиво светло, под веками простор заполнится слезами, а на душе моей тревожно и тепло. Я знаю, ждет меня тернистая дорога, ведет меня звезда, мой направляя путь. А в сердце чехарда, надежда и тревога. Любимую свою дорогу не забудь. Пусть яркий свет звезды настраивает мысли, пусть сердце стук в груди с тревогой правит бой. Звездою никогда не разделим по смыслу, а сердце никогда не разлучим с тобой. Ладно, а можно автору задать вопрос? Да, Сергей? Ну, я же представила сначала, сказала, Сергей Краворов. Это его любовная лирика. Сергей, а можно вас спросить? Вот вроде бы 26-го парад планет, то есть звезды выстраиваются каким-то определенным образом. Это факт или это так? Что скажете? Ну, кто физики у нас? Это астрономический факт. Сегодня? 28-го. Так нет, сегодня. Говорили 26-го. Вы знаете, с точки зрения космических масштабов, 26-й или 28-й, это очень практически одно и то же. Ну, когда можно это увидеть? Да. Парад планет. Вот, если кто-то очень жаждет увидеть, и у него нет телескопа, то посетите наш планетариум. Там есть телескопы, и вам бесплатно все покажут.